Всем привет! Сегодня я продолжаю видео под названием «Отдыхаю с подругой» и говорю о том, почему все-таки классно иногда, раз в году, выбираться с подругой. Если она у вас подруга всей вашей жизни, то есть, ну а это, как правило, где-то с самой юности. Вот такая вот у меня есть подружка, сердечная подружка. Вот. И я вам говорю сегодня первую причину, почему нужно желательно отправить. Во-первых, это такой релакс. Ты отправляешься куда-то в далекую юность и забываешь о том, насколько вообще тебе не нужно. Никаких тебе забот, никаких тебе хлопот. И мы с Людочкой решили забыть о возрасте в паспорте и сколько нам мы придумали, сколько нам есть. А сколько, я не буду говорить. Главное, что мы погрузились в полную билетку. Значит, первая причина – это вот действительно релакс, такой душевный. Вторая причина – почему? Похудеть на раз-два. Во-первых, не надо готовить ничего. Потом мы обходите утром чашечкой чая, в обед там какой-то супер символический. Мы ходим кушать прекрасной девушки Наташи. У нее там тоже так классно. Ветерок дует морской. И все так замечательно. И она готовит легкую пищу. Совершенно не жирненькую. И это просто вкусно и полезно. Вот. И это вторая причина — сброс веса. Потому что не готовишь, никаких забот. Вот. И это две причины на свой. Какая третья причина, Людочка? Сегодня у меня режиссер Людочка. Третья причина. Вот мы идем и все время будем думать, какие же все-таки причины, ради которых у нас стоит. Так вот, это у нас планированная поездка. Это у нас уже третья поездка. А в юности мы еще и в молодости. Мы еще с детками ездили. Но это были лесные, так сказать, путешествия. Мы в лесу отдыхали. А на море мы отдыхаем уже третий год. Да, Людочка? Третий год. Девчонки, заряд на целый год. Приезжаешь домой просто на крылья. Просто на крылья. Мамочка, иди сюда. Маму, ну подходи. Вот у нас такой отдых. Мама с папой отдельно. Сережа с отдельно. Вот все отдельно. Все по отдельности. Вот. Так что мы с Людочкой просто тупо уйти, да? Сегодня замечательный день, сегодня шторм на море, дует ветер, как песня, ветер с моря дул, ветер с моря дул. Ну там он наливает счастье, правильно? Поэтому, мам, иди, вот еще у нас одна девчонка, мам, вот, ну иди сюда, вот моя мама, вот еще одна девочка, мам, ты прекрасно выглядишь. Солнышко уже тронуло твои плечики, да? Да, кстати, мама, пчеловод. Это такой пчеловод, это королева пчел. И сегодня это их праздник. Праздник пчеловодов, медовый праздник. Счастья, любви, здоровья, радости и такой молодости твоей. Ну все, пока. Кому понравилось? Мне сегодня... Ну. Сегодня девчонка Александра сказала. Мои книги, которые именно мои по жизни. Вот мне она понравилась очень.